Телевидение Сивгути. Правком организовал ежегодный выезд в детский дом с благотворительной целью. Материально помогла молодежная партия «Родина». Подробнее в следующем материале. Твори добро просто так. Под таким девизом прошла ставшая уже традиционная поездка в детский дом. Студенческий правком, выступавший организатором, целый месяц собирал игрушки и одежду. 29 октября студенты Сибгути отправились в один из детских домов города Новосибирска. На этот раз посчастливилось жителям детского дома «Солнышко». Кроме игрушек и сладостей, будущие связисты привезли детям праздник. Они выступили с развлекательной программой. Ведь главное – это общение. Команда КВН «Connecting People» со своим выступлением прошла на ура, за что была приглашена выступить на юбилее детского дома. Дети остались очень довольны и выступлением, и подарками. Несмотря на то, что сначала воспитанники детского дома осторожно шли играть, под конец участвовали во всех конкурсах и играх. Правком студентов Сибгути выражает большую благодарность всем, кто помог провести этот праздник для детей. Отдельное спасибо молодежной партии «Родина» за оказанную материальную помощь. У будущих связистов не только светлые головы, но и добрые сердца. В течение 2 месяцев проводились соревнования между первокурсниками всех факультетов нашего университета. За первенство боролись в разных видах спорта. Репортеры нашего телевидения побывали на финальной игре по баскетболу.
На протяжении нескольких недель проводились соревнования среди первокурсников по футболу, баскетболу, теннису, волейболу, легкой атлетике. Результаты по каждой из номинаций можно было наблюдать в холле перед спортзалом. В итоге первыми стали спортсмены факультета МРМ, второе место за АЭСом, МЭ занял третью позицию и ВТ четвертый. Как играют первокурсники? Есть ли те, на которых вы возлагаете уже какие-то надежды? Ну вот в данный момент на площадке 4 игрока, которые ходят на соревнования не только на приз первокурсника, но и на тренировки спортивной группы со сборной университета. К сожалению, мы смогли побывать только на матче по баскетболу, где в горячей схватке встретились команды факультетов АЭС и МЭС. Техника игры у АЭСа была явно лучше, но сильное желание МЭСа победить и хорошая поддержка болельщиков все-таки взяла верх. Через неделю состоялось награждение. Очень жаль, что у каждого факультета оно проводилось отдельно. Остается только пожелать нашим первокурсникам дальнейших побед, успехов и достижений. Продолжая тему фотоконкурса, на прошлой неделе были подведены итоги, и мы наконец узнали имена победителей, а озвучит их Анастасия Кузнецова. Здравствуйте! Вот и подошел к концу конкурс фотографий «Фотошок». Несколько недель у нас была возможность любоваться замечательными работами участников, а жюри было непросто выбрать лучшие из них. Итак, впереди самая приятная часть конкурса – награждение победителей. Напомним, что фотоконкурс проходил в два этапа. Первый – любительская съемка, где участники выставляли свои работы в разных номинациях. Второй этап – конкурс фотографов под темой «Такая разная связь», актуальная для студентов нашего университета. Ребята с душой и огромным интересом подошли к этому довольно непростому заданию и смогли продемонстрировать необыкновенное мастерство, смекалку, профессионализм, чем завоевали сердца многих зрителей. Как нелегко было жюри выбрать достойных, но все же победителями стали Дуплещев Дмитрий, факультет ИВТ, и Якобчук Ольга, факультет ИФ. Лучшими работами признали фотографии Цыпенко Николая, факультет ИВТ, который получил диплом первой степени. Если в этот раз вы не смогли поучаствовать в конкурсе, то ждем вас в следующем году. На сегодня все. Далее вас ждет внутренняя лига КВН. С вами была Наталья Аверьянова. Смотрите нас каждую неделю. Всем привет! С вами снова дневник фестиваля КВН «Кубок связи». И сейчас мы беседуем с командой факультета МРМ. Ребят, скажите, как вы называетесь и почему именно так? А наша команда называется «Сборная РРТ», ну, потому что мы предыдущее название решили сменить, так как сменилось название факультета. То есть мы поступали на РРТ, тут неожиданно он стал называться МРМ, но мы вернули своему факультету, поэтому вот такое название решили оставить. «Сборная РРТ». Понятно. Скажите, кто в вашей команде капитан и почему именно этот человек? Капитан у нас Карл Юра. Почему именно этот человек? Потому что, лидер команды, поэтому и вот так. Понятно, тогда закономерный вопрос, где он? На данный момент Юра умер, но обещает завтра воскреснуть, поэтому а сейчас он лежит прикованный в кровати, источая из себя кучу пота и бьется в лихорадке. Ну а как у вас вообще готовность к фестивалю? А готовность у нас хорошая, то есть, мы полностью готовы к фестивалю. Ну и последний момент, ребята, не могли бы вы сейчас показать нам какую-нибудь очень смешную миниатюру? Смешную миниатюру? Да, конечно! Да тут не, вы что, Анна, у вас? Вы что, сзади толкаем? Алло, Коль, привет, привет.
Сборная РРТ специально для Сибути. Сейчас мы берем интервью у команды КВН факультета МЭС. И сразу первый вопрос. Ребята, как вы называетесь и почему именно так? Знаете, мы долго думали над своим названием и назвали мы свою команду Excite, что в переводе с английского значит возбуждение. Почему именно возбуждение, я не могу сказать. Наверное, сами делайте выводы. Ну и тогда, кто в вашей команде капитан и почему именно этот человек? Капитаном нашей команды является Павел Черепанов. Почему? Потому что это самый опытный и знающий человек среди нас. Что вы ждете от фестиваля и на каком этапе у вас уже подготовка к этому фестивалю? Команда находится в стадии подготовки к фестивалю. Ну, а от фестиваля мы ждем того, что мы удачно выступим, ждем безумной поддержки наших болельщиков и море позитива, собственно, после фестиваля. Команда X-Side специально для Сибути.